Это своеобразная литературная мозаика, из небольших фрагментов которой, стихов, рассказов, читатель сможет составить свое представление об окружающем мире. Книга необычна тем, что знаковые рассказы в ней проиллюстрированы стихами. Чувства героев становятся осязаемыми в текстах Светланы Лаврентьевой. Сделанные из простых и сложных вещей в равной степени, и тут уже вопрос читательского мастерства. Вот для меня всегда задача, чтобы уровней было много. Я вообще не люблю плоское. Бесов там на самом деле нет. Там есть люди, живые люди, которые чувствуют, которые думают, плачут, смеются, любят, разлюбливают. А просто люди. А бесы, они внутри у каждого из нас. Если читатель любит читать о том, что происходит сейчас, с такими же, как он, людьми, находить себя в героях, вот это, наверное, для такого читателя. Анапский читатель тепло принял новинку. Атмосфера творческого вечера располагала к общению. Многие отметили, что строки из книги оставляют долгое послевкусие. И Наталья, и Светлана затронули самые тонкие струны в душе и открыли совершенно новый, очень, можно даже сказать, глубокий и интимный мир. Здесь же Светлана Лаврентьева презентовала и новый поэтический сборник «Четвертое отрицательное». Оба издания уже доступны для читателей.